Президент России Владимир Путин открыл Ржевский мемориал советскому солдату. Торжественная церемония состоялась в Тверской области во вторник, 30 июня. В открытии грандиозного комплекса приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский и другие почетные гости. Тверскую область представлял глава региона Игорь Руденя. В числе главных участников мероприятия – ветераны Великой Отечественной войны. Напомним, мемориал строился на пожертвования граждан без привлечения средств федерального бюджета. Как отметил глава региона Игорь Руденя, мемориал станет местом притяжения для всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. В день открытия Ржевского мемориала на месте работала съемочная группа нашего телеканала. Большой репортаж об этом знаковом событии смотрите в одном из следующих выпусков новостей.